Мама – первое слово, которое произносит ребенок, когда учится говорить. Сегодня в преддверии Международного дня матери чествовали самых добрых, прекрасных и заботливых. Благодарности и почетные знаки получили женщины, которые родили и воспитывают четверых, пятерых, семерых и даже десятерых детей. Для них лучшая награда – хорошая погода в доме. Я хотела бы сказать очень нежное спасибо своему любимому супругу Владиславу за то, что 10 лет назад он подарил мне это счастье стать мамой. В регионе День матери отмечается с 1994 года. Поддержка материнства и детства – одно из важнейших направлений демографической политики. Детей рождается с каждым годом все больше. Сейчас в Самарской области 19,5 тысяч многодетных семей. В них воспитывают больше 62 тысяч детей. Простота, доброта, душевность – вот что главное среди детей. Мама все это звучает. Все это звучит, то вероятность, что дети будут хорошими, порядочными, успешными, очень-очень велика. Добрая мать, добрая бабушка – это основа основ подрастающего поколения. В этом году почетным знаком за рождение пятерых и больше детей наградили 94 женщин. Воспитать ребенка непросто. Это ежедневный труд и ежедневное счастье – дарить любовь, тепло и показывать, какое оно огромное – материнское сердце. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.